Огромная работа проведена, и из 1000 домов, которые провели собрание, 700 определились по работе со спецсчетами. Это как раз те эффективные собственники, которые приняли осознанное решение. Все остальные, сколько бы мы ни давали времени, будет все равно аналог точно такой же. Будет либо принято решение в последний день, либо не будет кворума, и придется принимать решение органам местного самоуправления.